В ночь на 14 мая телеграм-канал Мэш сообщил, что у знаменитого тренера, отца Хабиба Абдулманапа Нурмагомедова, произошел инсульт. У Абдулманапа Нурмагомедова начались осложнения на фоне пневмонии. Образовался тромб, а гипертонический криз привел к инсульту, написал телеграм-канал. Днем 14 мая ситуация улучшилась. Абдулманап Магомедович пришел в себя. Об этом сообщается в телеграм-канале телеканала 360 со ссылкой на друга тренера и комментатора Рамазана Рабаданова. Однако состояние отца Хабиба по-прежнему оценивается как тяжелое. 13 мая источник в Дагестане сообщил Спортэкспрессу, что Нурмагомедов-старший находится в коме. «У Абдулманапа очень плохое положение. Он в коме, в Москве», – рассказал источник. «Его здесь, в Дагестане, лечили неправильно, возникло осложнение. Его забрали на самолете, и сейчас он в Москве, в военном госпитале. Он там один, родственников не пускают». Пожелание скорейшего выздоровления Нурмагомедову выразили многие известные бойцы, в частности, Конор Макгрегор. «Молюсь за выздоровление Абдулманапа Нурмагомедова, человек, который вырастил огромное количество чемпионов мира по всем дисциплинам борьбы, настоящий гений боевых искусств. Очень опечален, услышав эту новость сегодня вечером. Молюсь за семью Нурмагомедовых в это время», – написал Макгрегор в Твиттер. О болезни Абдулманапа Нурмагомедова стало известно в конце апреля. Он был госпитализирован с подозрением на пневмонию в одной из больниц Махачкалы. Вскоре Нурмагомедов-старший сообщил ТАСС, что чувствует себя хорошо. Как сообщает телеграм-канал «База», он даже делал зарядку, хотя врачи прописали ему постельный режим. Позднее состояние Нурмагомедова ухудшилось. Хабиб организовал коммерческий борт, и 2 мая Абдулманап был доставлен в Москву, в один из военных клинических госпиталей. Там у него был выявлен коронавирус. Мы желаем Абдулманапу Магомедовичу скорейшего выздоровления.